Молодая мама родила 9 щенков и прятала их за бетонным забором недалеко от обочины дороги. Сама ходила просить еду в придорожное кафе. Но шло время, щенки подросли и стали выползать из укрытия, и это стало опасным. Мы получили тревожное видео. Теперь вся семья у нас в приюте. Молодая мама и ее 9 щенков. Новая мама молодая. И вон ее дети. Детей покажи, крошка. Трогать их руками нельзя, малышей. Кормящая мама. Вот интересно, да, она белая, а они все такие там овчаристые. Где они? Дети крошки, идите сюда. Подойдите поближе, малыши. Дайте посмотреть на вас. Дайте вас сфотографировать. Девочка, отойди в стороночку. Дай деток снять, моя хорошая. Они уже кушать пристроились там. Да? Мама встала, они уже кушать пристроились. Ну все, больше снять их не могу. Ну совсем крошки. Сколько им? 9. Недельки две? Ну, где-то 2 недели. Да, совсем крошечка. Вот один пришел познакомиться. Самый смелый, наверное. Да? Смелый. Она белая, а не овчарки. Овчарки. Ну, вряд ли овчарки. Ты красавица, да? Красавица! А вон там мелочевка лежит, раз. И вот здесь еще лежат 9 штук, ребята. Мама белая, а щенки все черные. Сейчас не буду трогать ее, а потом сделаю хорошо. Да, красотка? Это дверь у нас такая. Ничего. Так, сена много, корм, вода есть. Мася. И 150 рублей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Уже одного забрали. Куда? Потягать? Нет. Домой? Почему потягать? Да. Вот соседи с этого дома. Ой, отлично. А этих вот мы сберегли. Господи, пузятые какие. Глисты, наверное. Ох, глисты, и накормили их сегодня, будь здоров. Кто что нес? Вот как так взять и выкинуть, а? Ну, черти. Вы знаете, коробки понаходили, в 9 часов в школу шла, не было никого. А тут дочь идет со школы, говорит, мама. Зимочки махоньки такие. Так, ладно, сейчас грузимся. И вот тут вот дырка вот с этой стороны, но я так думаю ее загнуть, вот или просто проложить. Кать, я хочу. Вот такие малыши. Запуганные, задушенные. Ну что, ребята, новый подарок из леса. Сейчас обработаем, все в клещах. Сейчас обработаем. Красота такая.